у нас с человеком сформировалась близость, знание друг друга, большое количество положительных подкреплений было. То есть нам проявляли к нам чувство любви, мы проявляли чувство любви. Все это сопровождалось соответствующими эмоциональными состояниями, которые закрепляли связи нейронов, которые отвечают в нашем мозге и за этого человека, и за наши отношения с ним. И, по сути дела, любимые люди врастают в нас вот этими нейронными связями, потому что нейрончики, которые отвечают за этого любимого человека, они выпускают свои эти дополнительные усики, их называют шипиками. Это вот как клубника растет, у нее такие усы она пускает. Примерно то же самое осуществляют нейроны, которые отвечают за этого человека. И у нас этот другой человек превращается в целый такой нейронный ансамбль, который живет в голове.